Нам всегда нравится кататься. Если вы хотите, чтобы мы продолжали эти просмотры, ролики, то мы будем все это выкладывать для этого, для велосипеда, скутера и также мотоциклов и электровелосипеда будем снимать. Если что-то, какая-то авария произойдет, то мы всегда будем выкладывать специально в соцсетях. А также на других каналах будем это выкладывать, на другой. Блогера Данила, о котором мы будем искать эти гриперы и плохих людей. И мы будем говорить, что так делать нельзя. Поэтому мы будем снимать и продолжать ролики. И набирать много просмотров, 4000 подписчиков, чтобы набралось. И мы можем включить монетизацию и деньги зарабатывать. Но тут проблема такая, что в Украине... Там война идет, что США, они отключили этот ютубный канал. Ну, мы можем хотя бы постараться это все делать красиво. И все стараться, чтобы все поняли, чтобы ютуб продолжал всегда работать. И администраторы, и другие каналы должны всегда работать. Ну, это вообще-то. Так что заходи на мой этот группу, это ВКонтакте, блогер Данил, публичная страница. Здесь ты можешь найти всякие видосики, которые можешь посмотреть, что я там занимаюсь и чем я там делаю вообще. Какие трансляции, какие клипы, обсуждения, репортажи и все остальное. А мы с вами этот ролик продолжаем. В общем, так, ребятки, мы сегодня с этим идем, вместе с этим Артемом туда же, на эту базу, на эту гору. Мы так давно еще на горе не были. Мы хотим что-то сделать и что-то новое придумать. Сейчас такие вот апрельские, весна. Апрельские новые дни, как мой день рождения, тоже все начинается. К моей жизни. То, что мы хотим что-то придумать вообще. То, что... Да, Артём? Да. Вот. Мы идем, короче, туда на гору, так что будете смотреть и ждите. В общем, так вот такая вот елшанка. Мы как бы в Орске живем в этом городе, Оренбургской области. Но я раньше тут, но я как бы не ехал сюда, не снимал это все, это видео. Потому что я как бы понимаете... Ну, Артём, сейчас пока как его зрители смотрят на нашего канала. Но я как бы другой, и могу снимать про это же. И выкладывать на эту группу ВКонтакте блогер Данил. А здесь Данил Мирошников, спорта, вело, скутеры, электровелосипеды. То есть куда-то я еду. А вот и река Елшанская. Ну тут, здесь, блядь, грязно так. Ну, это вообще не то слово. О, уже там колесо оторвало, спустили. Машину вообще разъебали. Знаешь, брата, мне это не нравится, с этим машиной управлять, там это сложно в автошколе учиться. И куда сложно ставить стоянку, там много всяких машин едут. Это еще в СССР такие придумали эти дурацкие машины. А мне не нравятся такие машины. Мне нравятся такие вот, например, которые скутеры гонять. И там газовую ручку нажимать. Ты ни разу не пробовал на электровелосипеде кататься? Я тоже не пробовал. Но я зашел туда, и это как его, где на вокзальной шоссе Беломота. Ну, если хотите, ребята, это увидеть как в каком-то там через май. Но я еще туда не заходил, не фоткал это, где тут можно и на карте увидеть. Я смотрел тут по карте, там невозможно увидеть, где что продается. Но я это фотографии, это уже обязательно скину. И, ну там у меня Google карта есть. Но я помню еще, когда 17 года скидывал там мусульманское кладбище. И там вообще там... Мне так хорошо стало, пиздец. Я представляю, мне 18 лет было. Еще первый курс заканчивал. А вот и гора. Где там эта башня? Мы здесь раньше с Аликом Кабером были. Где там это гуляли вообще. Там мы баловались немножко. Еще в марте, когда заканчивали на это же с доставкой там... И сразу думал об этом, вздыхал. А ты еще смотрел на статусе, как я вот так делал. Да. И сразу пошел к Алику.
Алик, ты спишь? Мне тоже что-то не спится. Я вот как думаю, событие какое. А нам повезло, будем потом все рассказывать. Он сказал, ну прежде чем как-то надо заснуть. Точно, точно. Хорошая улица Елшанская. Но там дороги вообще красивые, дождливые. Как вытека. Я помню, еще мне 20 лет было 19-го года. Еще не остановили, меня выписали. Еще классно было. Там дождь, все. Я помню, еще я видел Рамзая Влада. Это когда-то еще 19-го года. А когда 18 апреля мне 23 года пукнуло вообще. Но я там видел эту Рамзая Влада. Он, короче, так на меня посмотрел. Я только как бы это говорю, что я сигареты курил. Угу. Раньше. Уже близко. Да, уже близко подходим. Ну что, красивые деревья весенние. Почки растут. Трава зеленеет. Вообще здорово. Трава зеленеет. Аж чуть-чуть листья на деревьях, ветки там аж растут. Красивые. Вот, брат. А ты ни разу не пробовал на скутере кататься? На скутере нет. А, ни разу не пробовал. Понятно. Итак, ребятки, вот мы уже как бы это дошли. И мы уже на другой стороне, мы уже как бы это не переходили его сюда. А то может как бы поезд сбить, блядь. Вот там, я помню, здесь какой-то венок стоит. Может, кого-то сбили вообще. Мы через подземного хода прошли. Это здорово. А вот и наше место, где мы там ходим вообще. Мы еще в том году ходили, играли тут в клан Учиху и Узумаки. А мне как бы не интересно аниме смотреть, мне только как бы интересно там про эти мотоциклы смотреть. Здесь я подписался на канал, это Влад РРР, 1000 так называется. Я искал там в интернете, там девушка разбилась на мотоцикле. Подписался на канал, что мотоцикл очень классный. Электробайк так называется. Ты когда-нибудь видел электробайк? Нет, я не видел. Ну это такой же, как мотоцикл вообще. Понятно, брат. Здесь очень красиво, там все цветет. Через 3 дня будет Пасха. Да. 24 числа. Да. Любишь кулички кушать и яйца? Да, конечно, братишка. А ты любишь? Даже без сперматозоида. Да. Ну, я тоже люблю вообще. Уже через три дня будет Пасха. Отлично. Я люблю весну и Пасху. Ага. Опа, я вот помню еще. Помню. Это вот где дальше, там это казачье кладбище. Где там я узнавал, где там 2022 года в первый раз его похоронили. А где эти памятники, которые показывают? Вот здесь. Там далеко. Не знаю, может как бы это сходим туда, посмотрим, я тебе как... О, а ты нашел черепушку. Да, я черепушку нашел. Смотрите, подписчики. О. Охуенно вообще. Ну, может какой-то животный погиб вообще, или как там эта собака. Да, или какой-то. Ну как этот человек, который как бы это хоронит здесь. Это как бы сначала в гроб ложат, а потом это хоронит, а потом это гниют этот гроб вообще. Даже, блядь, страшно смотреть, как превращается этот скелет. Да, вот ужас. Я сегодня посмотрел, там призрачный гонщик. Но молодец, тебе не нужно, а то призрачный гонщик появится. Ага. Призрачный гонщик? Да. Это такой фильм называется, который это мотоцикл. Да, знаю. Если сидишь на мотоцикле, то появляешься, то чей появляется. Да. Я сегодня что-то вспомнил вообще, как я детство смотрел.
А ты тоже смотрел призрачный кончик? Да. Заебись. Вообще, вообще, зашибись. Так что, как-то так. Хорошая пасмурная погода, тепло. А то вообще, блядь, зима была, короче. В этом марте. Ну да, и мне было неинтересно, пришлось не улепсил пить уже, чтобы весна обострение, блядь, не началось утром и вечером. А, вот все пошло. У меня что-то вообще там размер памяти там это вообще. Что-то там сама переключился. Короче, Алик мне, он сказал, Алика, короче, он мне поможет, короче, эти деньги добавить за 3000, чтобы я смог это накопить на это же электровелосипед. А, кладбище. Если мы пойдем, если вот туда пойдем прямо, то ты видишь вот белый? Это кирпич, значит. Я сразу, когда я приехал домой, я там и сказал маме, и показал тут маме Максиму вообще. Да Максиму вообще, блядь, никому не интересно вообще. А я только хотел на восточку.ру падать, чтобы потом это меня и на восточку.ру это записали, это видео. Что как, я как бы, что, что я хочу рассказать, что, что мы не хотим, кто-то ломал вообще чужие эти памятники, родственника там и покойники, блядь, лежат, все остальное. Мы, короче, идем туда разбираться. Да. Разберемся по-хорошему, кто это сделал. Но я как бы эту неделю или две недели, я не помню вообще, но я улики вообще не трогал. Я это специально заснял фотографии. Если, так, ребята, если кто не видел фотографии, то значит, где-то я побывал, катался на велосипеде на горе. То значит, я скину эти фотографии. На это же видео. Сколько мы уже идем? 10 минут идем. Так далеко. Ну. А твой папаша не будет переживать за это? Нет. Заебись. Это твоя мама. Ну да. Пьяный. Что? Пьяный? Не, почему? Я сказал верно. А, мне что-то послышалось. А что ты послышал? А что ты сказал? Пьяный пост. А. Так. Так, мы как-то уже все дошли. Мы оттуда здесь были. Где про, где бегали вообще 5 минут. Мы хотим это, короче, снять и доказать этим. Рассказать этим зрителям, что так нельзя делать вообще и осквернять эти могилы. Ломать все, крушить. Они нихуя тут ничего не понимают. Они как бы безобразники вообще. Мы то есть будем с тобой понимать и разбирать. Ты хочешь быть блогером? Конечно. Что? Конечно. Ну, чтобы мы все это снимали, поговорили вообще. А здесь животных не будет? Животных нет. Так. А то бывает, что... Вот он, кладбище. Мы уже прошли. Да. Живот. Вот здесь казачье кладбище, там покойники. Здесь с другой стороны машина проезжает, вообще с другой, с горы. Ага. С той дороги едет.
А машина на другой не стоит дороги. Потому что там нет дороги. Так. Слушай, короче, там и тихо говори, чтобы покойников не разбудить. Иначе потом будет пиздец. Какие покойники? Давай эти лежат вообще. Какие покойники? Ну вот под землей. Которые они спят. Мы не... Это надругательство вообще. Здесь не будем с матом говорить. Будем по-другому говорить вообще. Да. Это, короче, здесь это не шутки. Вот он, мы пришли. Сейчас вот здесь найду это место. Где я здесь там ехал, туда и катался. Ой, что-то чешется у меня все. Вспотел я. Опа, кто-то новый вообще поставил. Похоронил. Я вот здесь помню, еще фотографировал вот там. Здесь там белый запачканный. Здесь очень, здесь старый. Вот здесь старый. Пойдем еще что-то посмотрим. Пойдем на людей посмотрим. Ну да, выясним по какие-то там это. Кто это сделал вообще? Бывают родственники, а бывают молодые, а кто-то старый умирают. Короче, мы выйдем. Короче, посмотрим, выясним, кто это вообще сделал. Здесь тише. Блять, какая-то краска. Слышишь, какой-то мальчик умер. Так, ему сколько было? Он родился 31 мая 2007 года. Так, ему было 13 лет. Значит, он умер. Здесь написано, вот это показачье кладбище. Это какой-то... Здесь вот казачье кладбище. Это казах же? Ну да, казачье кладбище. Казачье. Ну это как бы, например, здесь логотип. Вот, смотри, вот здесь это луна, вот это логотипа. Короче, да. Здесь нарисовано, это полумесяц. Бедный. Жалко мне, мальчик. Конечно. Отбежал все. Да, конечно, жалко вообще. Всем они, жалко. Они, конечно, помогали заботиться об этом также о других. Я вот думаю, тут грехи. А это как сказать? Посмотрим, что там. О, я же тебе показывал, это вот здесь вот улики, они запачкали. Это осквернение могил. Здесь вот орловая с... Вот здесь селюха гандон. Шлюха. Посмотри, может, ты найдешь, кто-то там осквернил могилы. Кто-то поломал. Короче, я вам объясняю, зрители, что так нельзя делать. На других кладбищах я ищу, что это могилки, нельзя так делать. И ломать пачкающие. Ну я тут, короче, здесь на другом дороге проезжал вообще. Я, короче, никогда вообще не трогал вообще. Потому что это как бы улика так называется. Короче, ребята, у меня и как бы недостаточно места было. Вот, смотрите, вот. Охренеть. Поломали все тут. Они вроде бы как старались. Вот здесь там это, как его было, это надпись в этом могиле. Кто умер, а кого похоронили, какая дата, а какое рождение. О, гляньте-ка вообще. Просто охренеть. Артём. Я что-то нашел, смотри. Идем сюда. Короче, мы здесь в Орске находимся, поэтому в Оренбургской области. Что ты тут нашел? Что?
что ты нашел? Вот, это поломанная могила заскверненных. Ну что, пойдем туда дальше. Как это, что? Короче, ребята, я сразу, у меня такая память, что это остановился, такая вот фигня получилась, что это недостаточно памяти, я не мог ничего придумать, и я сразу очистил все. Вот, Артем, смотри, вот доказательство. Идем. В общем, ребята, я не смог ничего это с телефона заснять, потому что недостаточно, может, какие-то приложения. Или как там еще что-то. Проблема у меня с телефоном и с этим фотоаппаратом. Вот. Вот смотри, вот доказательства. Если вы не хотите, чтобы кто-то здесь ломал, то, пожалуйста, как бы пишите комментарии или как там поддержку пишите, чтобы никто этого не делал вообще. Потому что это как бы для чужих кладбищ, потому что это для своих родственников, для своих друзей. Здесь тут крест убрали. Так. Жалко людей, когда умирают. Да, и даже детей их жалко. Просто пиздец. Здесь я еще увидел какой-то там мусор. Идем. Просто пиздец, ебать нахуй. Где-то здесь был, когда я ехал с другой стороны, а там собаки не пропустили меня. Какие собаки? Ну здесь раньше были там эти, залаяли. Тут тоже внизу? Вот мусор. Просто пиздец, что творят. Даже никто не написали на этих там, просто на могилах, на дате. Ты тоже из Казахстана. Если, ребята, решите что-то делать вообще с этим кладбищем, то значит это... О, вот еще какой-то... Это памятник. А, это ребенок так родился и умер. Это 2009 года какой-то. 24 мая. Это Булатова Аделина. Булатова вот это... Аделина Руслановна. Это ребенок рожден. Ужас, какой ужас. Жалко, да. Брат. Здесь смотри, вот здесь это... Ну ты тут тоже что-то закопали. Выкопали. Да. Просто, видать, какие-то крысы, я не знаю, что там. Или кто там это сделал. This. Короче, this я пришел домой, вот такая Halloween. Вот фигня происходила. Вообще, это уже вчера приходил домой. А теперь я только как бы хотел редактировать, чтобы это на видео. Короче, если кто-то будет осквернять могилу, то это статья такая, то значит это звоните какую-нибудь на правоохранительные органы или куда-то зовите людей. Ну, чтобы потом выясняли, что кто-то вообще поломал, а кто-то вообще кто-то сделал. А лучше улики никогда это не трогать, потому что это может вообще произойти в этом шоке, пиздец. Потому что если трогать улики, то значит это уже все статья такая. То уже все, это кто сделал вообще? И все. Если что-то на других кладбищах вы пойдете куда-то делать там ухаживать за могилу, обязательно осмотритесь везде. И потом вызывать, то будем наказывать этих преступников. Или как там гриферов. Так что давайте пока, зрители.